все-таки дорогие друзья. Музейные экспонаты, они как люди, они могут заболеть, они стареют, поэтому за ними нужен постоянный глаз да глаз. Этим музеем занимаются музейные врачи, реставраторы. Пожалуй, одни из самых капризных экспонатов. Экспонаты, сделанные из бумаги. Сегодня мы в гостях у реставратора в графике. Смотрим. Сейчас мы находимся в мастерской реставрации графики, где реставрируют бумагу. К нам пришли большие произведения. Они были в таком свернутом виде. Это триптих «Дмитрий Бисти. Земля людям». Все три работы именно вот в таком виде к нам и поступили. Они не могли быть увидены зрителями, и чтобы они попали на выставку и все могли их посмотреть, нам нужно было их распрямить. Для этого понадобился целый зал выставочный, где мы уже на полу между оргстекол с помощью груза, пресса их распрямили. И теперь те, кто придут к нам на выставку, смогут их увидеть. Чтобы такую большую работу напечатать, автору пришлось укладывать бумагу на линолеум и бутылочками прокатывать. Поэтому на листе видны вот такие небольшие волны, по которым мы можем об этом судить. То есть она немножечко волнистая. Это и указывает на то, каким способом была напечатана эта работа.